Первые результаты образовательного новшества. В Туркестане в гуманитарно-техническом колледже прошла конференция по вопросам дуального образования. Эта система обучения позволяет укрепить связь предприятий и учебных заведений, готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда, по новым, более практичным и эффективным технологиям. Благодаря ей решается вопрос нехватки кадров на предприятиях, которые запускаются в нашей стране в рамках программы ФИР. Швейная машина работает автоматически, она выполняет любые дизайнерские идеи. Для этого специалисту достаточно сделать эскиз на компьютере, остальное дело техники, рассказывает будущий дизайнер Динара Умарбекова, и сравнивает. Раньше вышивать приходилось вручную. Сначала мы шили строчные швы, а дальше нас учили как бы от простого к сложному переходить в верхней одежде. Вышивали разные верхние одежды с разными узорами, разными швами. С 2011 года Министерство образования и науки совместно с Всемирным банком реконструкции и развития реализует проект по модернизации системы профессионально-технического обучения. Колледж, выпускающий специалистов для аграрного региона, выиграл грант и начал готовить кадры для швейного производства. Улучшена материально-техническая база. В мастерских и лабораториях установлено современное оборудование. Но главное, практику студенты проходят непосредственно на производстве. Поэтому сегодня выпускники на расхват. В будущем Туркестанский гуманитарно-технический колледж будет центром, ресурсным центром, который будет обучать не только Казахстан и Среднюю Азию в плане создания новых модульных программ, новых стандартов для легкой промышленности. В рамках конференции, посвященной вопросам дуального обучения, также была организована выставка «Нурлыжол». Здесь были презентованы инновационные разработки сегодняшних студентов профессионально-технических учебных заведений. Наталья Цуирболот-Абишев, Нурмахан Мехмуратов, Южно-Казахстанская область.